Иное измерение русской культуры. Семён Яковлевич Надсон. Над могилой Ивана Сергеевича Тургенева. Сентябрь 1883 года. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Тревожные слухи давно долетали. Беда не подкралась к отчизне тайком. Беда шла открыто. Мы все ее ждали. Но всех заволновал разразившийся гром. И так уж немного вождей остается, и так уж безлюдье нас тяжко гнетет. Чье ж сердце на русскую скорбь отзовется, чья мысль ей укажет желанный исход? Больной и далекий, в последние годы немного ты дал нам, учитель и друг. Понять наши стоны и наши невзгоды тебе помешал беспощадный недуг. Но жил ты и верилась в русскую силу, и верилась в русской души красоту. Сошел побежденный страданием в могилу, и нет тебе смены на славном посту. Не здесь, не в мерцанье свечей погребальных, не в пестрой толпе, не при громе речей, не в звуках молитв заунывно-печальных поймем мы всю горесть утраты своей, поймем ее дома, поймем над строками высоких и светлых творений твоих, заслышав, как сердце трепещет слезами, слезами восторга и чувств молодых. И долго при лампе, вечерней порою, за дружным и тесным семейным столом, в студенческой келье, в саду над рекою, на школьной скамейке и всюду кругом знакомые будут мелькать нам страницы, звучать отголоски знакомых речей, и словно живые вставать вереницы тобою воссозданных русских людей. «1883 год». Читано по изданию стихотворение Семёна Яковлевича Надсона. Издание 22. Санкт-Петербург. Типография Скороходова. 1906 год.